Матвеевич, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, директор Института космических исследований Российской академии наук, руководитель Совета РАН по координации направления космические технологии, эксперт в области физики, космической плазмы и физики Солнечной системы, научный руководитель проектов Интербол, Фобос-Грунт и Резонанс. Здравствуйте. Спасибо. Я сравнил свои лекции, вот то пространство, в котором мы живем, на